salatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa habibi ilahi alamin abil qasimi mustafa muhammad Allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa ajil farajah wa la'anna wa ala alihi tayyibin al-tahirin al-ma'sumin wa la'anat al-ta'imati wa ala adaihim ajma'in ila qiyam yawm al-din. Сегодняшнего дня начнем разбирать первое течение хариджитов. Это первое политическое течение, отколовшееся от и сформировавшееся отдельно от мусульман. Одно из первых, точнее, политических течений, которое явным образом отошла и сформировалась отдельно от мусульман. Хариджиты, или как их на арабском называют, Хаварич является множественным числом от слова хариджи. Слово хариджи используется в двух значениях. Имеет два значения хариджи. Хаварич — это множественное число. Первое — это общее значение. Общее. Общее значение включает в себе определение, название всех тех, кто восстал против правителя. Общее значение. Те, кто восстали. Тот, кто восстал против правителя. Частное значение, второе. Частное значение включает в себе, означает тех, кто восстали против Али ибн Абу Талиба, алейхиссалам. Откуда берет название это течение? Название течения было заложено самим пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. Этим именем их назвал сам пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Есть хадис, вы, может, даже встречали, часто встречается в книгах. Во время одной из битв пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, распределял военную добычу между мусульманами. И один из арабов подошел и сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям: «Будь справедлив». Сказал: «Я вижу, что ты делаешь. Будь справедлив». Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, если он разозлился и сказал: если не я буду справедливым, кто же тогда будет справедлив? И Умар ибн аль-Хаттаб набросился на этого араба, хотел убить его, но пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, остановил его, согласно хадису, да? Остановил его и сказал, что оставьте его, у него будут последователи, которые выйдут хараджа. Выйдут из религии подобно стреле из лука. И, соответственно, последователи и сторонников этого человека стали называть хариджитами, вышедшими хариджитами. Хараджа означает выходить. Да, то есть пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что они выйдут из религии подобно стреле из лука. И потом этот человек был основателем, одним из лидеров этого течения, и, соответственно, этого человека и всех его последователей, это того самого араба, начали называть хариджитами. Общее название какое? Общее название — все те, кто восстали против правителя. Это общее название. Любой человек, который восстанет против правителя, их называют хариджитами. Именно по этому принципу
часть ваххабитов называют другую часть хариджитами. Да, мы видим, что одни ваххабиты других называют хариджитами. Потом я тебе потом объясню, когда дойдем до самих муджитов. Это будет понятно, то есть пока не спешите. Почему они называют их хариджитами? Потому что они используют общее значение этого смысла. Те, которые восстали против правителя. Да, те люди, которые воюют против, например, правительства Российской Федерации среди ваххабитов, их называют хариджитами. Остальные ваххабиты, которые не восстали, не воюют против правителя, да, даже признают, даже можно сказать, своим правителям настоящую власть, имеющуюся в России. Как возникло это движение? Да, должен уточнить, что это название они сами не принимали никогда. Никогда не принимали, то есть никогда не называли себя хариджитами. Они всегда называли себя шурат. Шурат. Сами себя так называли. Но шурат — это множественное число от шари. Шари. Шари переводится как продавец. Они себя называли продавцами. Продавец. То есть называли себя шурат, который является множественным числом от шари, который переводится как продавец. Переводится как продавец. Это название они себе взяли на основании аята Корана, суры Бакара, аят 207. 207 аят суры Бакара. В аяте говорится: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, ва минан наси ман яшри нафсаху ибтигаа марзатиллах». Аят был ниспослан в ночь Лейлатуль Мабит, когда Али ибн Абу Талиб, алейхиссалам, лег в постель пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, который переселился в Медину. И именно в эту ночь, по этому случаю, был ниспослан этот аят, 207 аят суры Бакара, корова, где говорится, что те, которые среди людей есть те, которые продают свои души ради довольства Аллаха. Среди людей есть те, которые продают свои души ради довольства Аллаха. Это аят касается и Али ибн Абу Талиба, алейхиссалам. Но они взяли себе Муавия заплатил одному из ученых, одному из сахабов, которого звали Самрат ибн Джаз. Самрат ибн Джаз заплатил ему 200 динар, 200 золотых монет, динар. Муавия заплатил этому человеку 200 золотых монет. В итоге за эти деньги он сказал, что выдвинул такую идею, что этот аят про хариджитов. И, соответственно, хариджитам это понравилось, они стали себя называть шурат. Самрат ибн Джаз. Написали, да? Как возникло это течение? В принципе, мы все знаем, но я коротко расскажу об этом. Двести динар, да. Это большие деньги. 200 золотых монет — это немало. Это мы ибн Хакама, помните, разбирали? Он-то вообще, то есть, космическую сумму тогда получил из хумса. 200 динар — это немало. Дело в том, что Умар ибн Хаттаб, он, как мы все уже знаем, как я уже говорил на прошлых уроках, он запрещал хадисы писать, передавать хадисы. И, основываясь на этой идеологии, он, соответственно, запрещал толкование Корана. Да, то есть он запрещал толковать Коран. Говорил: читайте Коран и все, больше и думайте над ним. Ну, думайте, как бы. Просто читайте Коран. А толковать его
он запрещал, так как запрещал хадисы, да, и так далее, и слова пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Соответственно, запрещал толкование. И им была основана школа в Куфе, в то время, во времена Умар бин Хаттаба, была военным городом, где жила элита, военная элита мусульман. Это были завоеватели Рима и Персии. Это были, так сказать, тот самый сок мусульманского общества, да, та самая элита, которая несла в себе учение исламское и пропагандировала. То есть, одним словом, это была элита, и Умар бин Хаттаб создал там школу под руководством Абу Муса Аш'ари. Абу Муса Аш'ари. Абу Муса Аш'ари, который является прадедом Абу-Хасан Аш'ари, основателем аш'аритов, да, аш'аритской школы. В каком городе и когда? Куфа. Во времена Умара, правления Умара. Куфа. Медресе, типа, он основал, да? Основал медресе, да, некую школу, которым руководили Абу Муса Аш'ари и Абдулла ибн Масуд. И, соответственно, эти люди, Абу Муса Аш'ари и Абдулла ибн Масуд, они шли путем, который диктовал Умар ибн Хаттаб, то есть путем отсутствия толкования, отсутствия хадисов, и разъяснение, отсутствие разъяснений аятов священного Корана. И, соответственно, эти люди учили своих учеников, тех людей, которые учились у них в их медресе, в их школе, учили просто читать Коран и заучивать наизусть. Заучивать наизусть. И таким образом в Куфе образовалось целое общество, целое, так сказать, движение, целое движение, которое не было знакомо с хадисами пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, не было знакомо с толкованием Корана и разъяснениями Корана, но при этом наизусть знала все аяты, они знали наизусть все аяты Корана и полностью от начала до конца выучили Коран. То есть в Куфе образовалось такое общество, такая прослойка. И после убийства Усмана, третьего халифа, как мы все знаем, к власти пришел Али ибн Аби Талиб, алейхиссалам. Али ибн Аби Талиб, алейхиссалам. И как мы все знаем, также возникли проблемы у имама, возникли проблемы сначала с Аишей, Тальхой и Зубейром, потом с Муавией. Возникли проблемы и были войны между ним и Аишей, и потом была война между имамом и Муавией, которая состоялась при Сиффейне. Именно в Сиффейне возникло это движение, образовалось, когда Муавия уже проигрывал по совету своего визиря, так сказать, советника Амр ибн Аль-Асса. В момент, когда он уже проигрывал, приказал всем своим солдатам наколоть на концы копий аяты Корана и требовать таким образом решения суда по этому вопросу, по вопросу, кто прав, кто из сторон прав. И эти люди, это прослойка Куфы, которая в тот момент воевала на стороне Али ибн Аби Талиб, алейхиссалам, то есть ученики Абу Муса Аш'ари и Абдулла ибн Масуда, которые, как я уже сказал, не обладали толкованием Корана, не понимали. То есть это были люди, которые просто вызубрили Коран. Они не способны были анализировать и размышлять над событиями и определенными поступками людей. И, соответственно, они, увидев вот это вот, увидев поднятые над головами аяты Корана, они потребовали, они вернулись, не стали сражаться и потребовали от Али ибн Аби Талиба, алейхиссалам, прекратить битву и прибегнуть к судейству.
к суду. Соответственно, Али ибн Абталиб сначала не был согласен с этим, потом произошло то, что заставило войско Али ибн Абталиб согласиться с их решением, с их требованием, и был создан суд. Был создан суд, образован суд со стороны Муавии. Судьей выступил Амр ибн Аль-Ас, очень хитрый и изворотливый человек, который, в принципе, работал на Муавию только из-за того, что он был хитрым и владел техникой, политическими техниками. И со стороны Али ибн Абу Талиб, алейхиссалама, был выставлен ибн Аббас. Ибн Аббас, но эта прослойка, она не согласилась с этой кандидатурой. Они вынудили также Али ибн Абу Талиб, алейхиссалама, согласиться на кандидатуру Абу Муса Аш'ари. То есть они вынудили Али ибн Абу Талиб, алейхиссалама, согласиться на кандидатуру Абу Муса Аш'ари. В итоге судьей со стороны Али ибн Абу Талиб, алейхиссалама, выступил Абу Муса Аш'ари, который, по мнению большинства наших ученых, был обманут Амр ибн Аль-Асом. Был обманут Амр ибн Аль-Асом. Версия такова, что они договорились, Амр ибн Аль-Ас и Абу Муса Аш'ари. Вопрос какой-то есть? Просто не перешептывайте, мне просто неудобно так разговаривать, когда кто-то перешептывает. Если есть вопрос, у меня лучше спрашивать. Честно слово, сбиваюсь немножко. Так. Ситуация описывается так, что версия такова, что Абу Муса Аш'ари и Амр ибн Аль-Ас договорились на том, что снимут с должности и Али ибн Абу Талиб, алейхиссалама, и Муавию снимут с должности. То есть на этом они сошлись, и когда выходили объявлять о своем решении, Амр ибн Аль-Ас предложил Абу Мусе выйти первым и объявить о своем решении. Тот отказывался, но тот начал ему делать комплимент, что ты шейх, мне не полагается, ты впереди тебя и так далее. Он, Абу Муса Аш'ари, повелся на эти комплименты и поднялся туда, сказал, что я снимаю с должности Али ибн Абу Талиб, алейхиссалам, подобно тому, как я снимаю кольцо со своего пальца. Соответственно, он это сказал и радостно спустился с мимбара. С мимбара спустился и поднялся Амр ибн Аль-Ас. Да, Муса Аш'ари сказал, я снимаю это с должности Али ибн Абу Талиб, алейхиссалам, и Муавию с должности, как, то есть их обоих. И поднялся на мимбар Амр ибн Аль-Ас, сказал, я снимаю с должности Али ибн Абу Талиб, алейхиссалам, подобно тому, как я снимаю свое кольцо, и надеваю, то есть поручаю эту власть Муавии, подобно тому, как я одеваю кольцо на другой свой палец. И таким образом, и здесь, конечно же, Абу Муса Аш'ари был огорчен, так как был обманут, да? Но это на самом деле версия, причем большинства наших ученых. Но при этом я лично сам с этой версией не согласен. Я думаю, что Абу Муса Аш'ари специально сделал так, что все подумали, что он был обманут. Но на самом деле это была хитрость с его стороны. Но если он специально сделал то, что он был обманут, то зачем он вызвали к суду, чтобы он, почему он не был обманут? Так он был, я же говорю, изначально ибн Аббас был судьей со стороны Али ибн Абу Талиб, алейхиссалам, но хариджит и его ученики вынудили его. Они были в это когда после, они же вольными имам Али были, потом уже отказались от него, это было большинство войска, из-за этого как бы большинство они вынудили уже, чтобы... И таким образом, суть не важна, специально он это сделал или специально, я лично убежден, что он специально сделал, еще плюс ко всему выставил себя дурачком, якобы он специально это сделал. То есть у него двойная хитрость такая сработала. Но есть другая версия, как я уже сказал, большинство наших историков считает, что он был обманут. И хариджиты, увидев такую ситуацию, они поняли свою ошибку, они раскаялись в том, что сделали, и, соответственно, стали предъявлять претензии к Али ибн Абу Талибу, алейхиссаламу, что почему ты, мы глупцы, мы дураки, и мы неправильное решение сделали, мы неправильные выводы сделали, почему ты повелся за нами.
И из-за того, что Али ибн Абу Талиб, алейхиссалам, послушался их и отказался от битвы, и потом прибегнул к личности Абу Муса аш-Ари в качестве судьи, они, соответственно, объявили Али ибн Абу Талиба, алейхиссалам, кафиром и стали воевать против него, вышли войной против него. Состоялась битва при Нахраване. При Нахраване состоялась битва Нахраван. Это в окрестностях Куфы, где хариджиты, хавариджи, они были уничтожены, выжило только несколько человек. В итоге один из выживших и нанес удар по Али ибн Абу Талиб, алейхиссалам, Абдур-Рахман ибн Мульджан, один из этих хариджитов. В последующем это было основание, то есть это были основатели хариджизма. В последующем возникали другие течения, их хариджистских течений тоже довольно-таки много. Они отличались друг от друга определенными идеологиями. Но мы сейчас хотим рассмотреть общее между этими всеми течениями хариджистскими, что-то общее, и потом уже перейдем к рассмотрению хариджистских течений в отдельности каждого. Но сейчас общее воззрение для всех хариджитов, для всех хариджистских течений. Записывайте. Общее воззрение для всех хариджистских течений. Эти воззрения, которые имели все хариджистские течения, можно разделить на две группы. Это вопросы идеологии, вопросы веры, которые касаются веры, имана и куфра, и неверия, соответственно. Куфра. Имана и куфра. Так, по поводу этих вопросов по поводу имана и куфра, у них были следующие воззрения. То есть это общее воззрение для всех хариджистских течений. Первое. Деяние является частью имана. Часть имана. Деяние является частью имана. То есть одной из составляющих веры является деяние, внешнее проявление. Второе. Между иманом и куфром, между верой и неверием, нет какого-то промежуточного состояния, промежуточного состояния. Между верой и неверием нет промежуточного состояния. То есть они утверждали, что человек или верующий, или кафир. Нет между этими двумя состояниями, третьего состояния, нет ничего между ними. То есть человек или кафир, или верующий. Или кафир, или верующий. Нет третьего состояния между ними, промежуточного состояния. Так, третье. Вера обладает уровнями, ступенями. Вера, иман, обладает ступенями, которые зависят от деяния. Вера обладает ступенями, которые зависят от деяний. Четвертое. Любое деяние, которое противоречит вере, выводит из ислама, выводит из веры. Любое деяние, которое противоречит вере, выводит из веры. Например, допустим, прелюбодеяние выводит из веры.
воровство выводит из веры. То есть любой большой грех. Любой большой грех выводит человека из веры. Он уже становится посредством этого деяния, он становится неверующим. Да, как они говорят. И следующее, пятое. Тот, кто совершает большой грех, является кафиром. Тот, кто совершает большой грех, является кафиром и будет гореть в аду вечно. Именно на основании этих своих воззрений, своих убеждений, они выносили такфир, называли неверующими, кафирами всех своих противников, в том числе его светлость Али ибн Абу Талиб, алейхиссалама. Они его объявили ему такфир из-за того, что он принял их требования и таким образом совершил грех. Совершил большой грех, посредством чего стал кафиром, как они утверждают. И вторая группа вопросов. Это вопросы, которые не относятся к иману и куфру. Дело в том, что хариджитская идеология, она стержень и основа ее учения, идеологии есть вопрос имана и куфра. Первое. Они считают, что призыв к благому и запрет порицаемого, обязателен для всех, во всех уровнях и без условий. Дело в том, что призыв к благому и запрет порицаемого является обязанностью каждого мусульманина, это учение ислама. Но пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, пропагандировал призыв с условиями и не на всех уровнях. То есть, что подразумевается под уровнями? Под уровнями здесь подразумевается то, что если призыв приведет к убийствам, призыв приведет к кровопролитию, то этот призыв, он должен быть приостановлен. То есть нельзя призыв делать посредством меча, нельзя призыв делать посредством убийств и кровопролитий. То есть они провозглашали, что призыв и запрет должен происходить на всех уровнях, будь то там бытовой, будь то какой-то другой, в том числе убийство и кровопролитие. Что касается условий, сам призыв должен иметь, согласно мнению других течений исламских, должен иметь определенное воздействие на того, на кого объект призыва и запрета. И, соответственно, если человек будет предполагать, что если он призовет этого человека, который совершает какой-то грех, допустим, отказаться от этого деяния, греховного деяния, но при этом этот человек не откажется, то есть ни при каких условиях он уверен в том, что он не откажется, на нем нет обязанности призывать этого человека. Так как условием необходимым, неприемлемым условием является воздействие призыва, воздействие запрета. Они провозглашали, что не обязательно, то есть безусловно, обязательность этого деяния безусловно, без условий, нет никаких условий. Это первое. Так. Второе. Война с правителем-грешником обязательно. Они считали, что если правитель совершил грех, то на всех мусульманах, на всех его подчиненных лежит обязанность восстать против правителя и воевать с ним. То есть это, как мы видим, это изначально было политическое движение, которое возникло из-за политики, по сути. Из-за политики возникло. Потом
эти условия, которые диктовались ихней политикой, их политикой диктовались им, превратились в целую систему идеологии и мировоззрений и вероубеждений. А кому бы это было выгодно? Им самим это было выгодно, то есть то, что происходило между ними и Али ибн Абу Талибом, алейхиссаламом, и в какой-то степени ими манипулировал Муавия посредством своих людей, которые были среди главарей и среди основателей этого движения. Муавия же был явно грешником, тем более. Ему-то не выгодно, чтобы они... Да, дело в том, что да, хариджиты, они были самыми опасными и самыми влиятельными врагами амавитов после Муавии. То есть, да, это против него сыграло, то есть против его семьи сыграло. Но в определенный момент ему очень помогло, потому что на тот момент ему помогло, потому что ослабило Али ибн Абу Талиб, алейхиссалам, и заставило его отказаться от дальнейшей борьбы, в результате чего произошло то, что произошло. То есть это был результат деяния и действий хариджитов. Третье, да? Так, правление. Третье, правление. И судейство, правление и судейство. Правление и судейство кого-либо, кроме Аллаха. Правление и судейство кого-либо, кроме Аллаха, недопустимо. У них был лозунг «Коранический аят». Инуль хукм илля лиллях, инуль хукм илля лиллях. То есть нету решения, кроме как решение Аллаха, кроме как для Аллаха. И они этот лозунг выкрикивали и на основе этого стали пропагандировать и насаждать то, что мусульмане не должны иметь правителя. У них не должно быть правителя и не должно быть судей. Судьей и правителем является только Всевышний Аллах. И четвертое. Но если будет нужда в правителе, то этот правитель избирается самим народом. То он избирается народом. И правит до тех пор, пока правит справедливо. До тех пор, пока справедлив. Дело в том, что как мы уже, смотрите, мы в третьем что сказали? В третьем сказали, что они отрицали. То есть они считали запретным правление и судейство кого-либо, кроме Аллаха. То есть они не признавали правителей. Но при этом мы видим, что они говорят, что если и понадобится правитель, то он должен избираться народом. То есть в следующем своем убеждении они уже возглашают способ избирания правителя. Дело в том, что когда они откололись от войска Али ибн Абу Талиба, алейхиссалама, и разбили лагерь перед Нахраваном, они хоть и отрицали правителя, но они увидели, что сама эта группа людей, которая находилась в Нахраване, не может существовать и действовать без правителя. То есть должен быть один человек, который у них будет главарем, которому они будут подчиняться. И, соответственно, они увидели, что невозможно без лидера, невозможно без правителя. И они сказали, что мы вынуждены, и давайте изберем себе главаря главного. Следующее. И то есть это их вероубеждение было продиктовано вынужденными обстоятельствами, невозможностью существовать без правителя. Так, имамом может стать не Курайш. Имамом может стать не Курайш. Имамом и правителем может стать не Курайш. То есть они считали, что не обязательно, чтобы если избирать правителя, этот правитель должен быть из Курайша. Не обязательно. То есть любые другие арабские племена также могут претендовать на власть. И последнее. Они считали Али ибн Абу Талиб, алейхиссалам, Али алейхиссалам, Аишу, Али, Аишу, Тальху, Зубейра. Записывайте имена, да? Считали Али, Аишу, Тальху, Зубейра и Османа кафирами. И испытывали глубокое уважение
Абу Бакру и Умар, абсолютно все хариджитские течения имели эти воззрения. Ну а то, что они выносили такфир Муавии и Амабидам, это, я думаю, об этом даже стоит, говорить не стоит. На протяжении всей истории они воевали с этими халифами амавидскими и были основным их противником, военным противником. Особенности хариджитов, личностные и другие особенности хариджитов. В чем была их особенность? Особенности хариджитов. Первое. Первое – невежество. Это были люди в основном необразованные, живущие, выросшие за пределами городов. Это были бедуины по своей сути, необразованные и воспитанные, как я уже сказал, Абу Муса Аш'ари и Абдулла ибн Мас'удом, воспитанные в духе отрицания науки как таковой и знаний. То есть они не прибегали ни к толкованию Корана, не прибегали к хадисам, изучали ислам исключительно через аяты Корана. Да? То есть они знали аяты Корана наизусть, но при этом другими знаниями, других знаний у них отсутствовали, и они были невежественны по своей природе. Второе, простота. Это были простые наивные люди, которые в большинстве случаев служили орудием, в руках Муавии и Амавидов. Да, то есть это были легковерные, простые и наивные люди. Третье. Поклонение. Помните хадис в начале урока говорил, когда лидер хариджитов, их, один из их основателей, стал обвинять пророка, саллаллаху алейхи ва алейхи, в несправедливости. И пророк сказал о нем определенные слова. И пророк, одним из его выражений было «это аммагум», то есть они будут углубляться в религию, да, буквально если перевести, углубляться в религию. Дело в том, что особенностью всех хариджитов было то, что они внешним деянием, внешним поклонением уделяли очень большое и огромное внимание. И поэтому они с утра до ночи только и занимались тем, что держали пост, читали молитву, читали дуа, намаз, да, молитву. То есть они были известны своим поклонением. Люди знали их как людей, которые очень много совершают обрядов поклонения. Но при этом их поклонение было, как мы можем из первой особенности выделить, было неосознанным, было неглубоким, не... Они, то есть, не размышляли, не думали над... Их поклонение было простым. То есть, это было простое механическое поклонение. Поклонение невежд. Четвертое. Они... Четвертая особенность этих всех людей – это любовь к Абу Бакру и Умару. Это был результат воспитания Абу Муса Аш'ари, который воспитал их в них. Воспитал в них по поручению, по приказу самого же Умара ибн Хаттаба воспитать в них любовь и симпатию к этим двум людям. И, соответственно, все эти люди
были влюблены в Абу-Бакра и Умара и испытывали к ним глубокое уважение. Пятое. Дело в том, что большинство хариджитов были из племени Бану-Тамим. Бану-Тамим. Это были люди из племени Бану-Тамим. Бану-Тамим. То есть среди хариджитов мы не можем встретить других племен, арабских племен. Это в основном эти племена, которые являются националистами. Да? То есть, что я хотел сказать под пятым пунктом, национализм, особенность этих людей был некий национализм именно в отношении Бану-Тамим. Бану-Тамим, они были в основном из Йемена, йеменские племена, Бану-Тамим и Надж. Надж. Это город, где родился Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, тоже из Наджда. Это были люди из племени Бану-Тамим, из Йемена, из Наджда, которые переселились позже в Куфу. И, как я говорил, Куфа была основана во времена Умара ибн Хаттаба, как военный городок это был изначально. И там жили со своими семьями военные, то есть солдаты халифатской армии. И они переселялись оттуда в Куфу и там жили. То есть у них был национализм, и больше всего они ненавидели Курейш. Если мы в истории обратимся к истории, то мы часто видим, что если они захватывали, нападали на какой-то определенный город, то первыми, кого они убивали, это были курайшиты. То есть это у них было, преобладало это. Они сначала убивали, находили курайшитов, потом уже всех остальных. То есть у них была огромная ненависть к курайшитам. Шестое. Любовь к деньгам. Удивительная картина складывается. Дело в том, что мы изучаем, одним из пунктов их особенностей было то, что эти люди были людьми, которые пропагандировали аскетизм, да, некий, то есть всю свою жизнь, все свое время посвящали поклонению Всевышнему Аллаху, но при этом мы встречаем их любовь к деньгам. Эти две особенности существовали в них, то есть эти люди, с одной стороны, очень много поклонялись Всевышнему Аллаху, держали пост, совершали молитву, но с другой стороны, у них была удивительная любовь к деньгам, к имуществу. И даже если вспомним тот же самый случай, где пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, назвал его последователей хариджитами, то мы понимаем, из-за чего вся эта ситуация сложилась еще во времена пророка. То есть из-за денег. Этот человек, Харгуз, его звали, он это недовольство обвинил пророка Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, в несправедливости, из-за чего? Из-за разделения, из-за денег, одним словом. То есть это была их особенность. И потом, в последующем, когда эти течения возникали, у них также эта любовь к деньгам проявлялась неоднократно. Они, в истории мы видим, что они нападали на города, абсолютно безвинные города, грабили их, убивали людей. И потом были такие случаи, когда они уже между собой воевали за добычу. Добыча, которая была раздобыта во время войны, они воевали и враждовали между собой из-за денег и из-за золота. То есть у нас какая картина складывается, общая картина? Это были невежественные люди, необразованные люди, арабы, дикие в каком-то смысле, да? Испытывающие огромную любовь к деньгам, люди, которые были по своей сути националистами. Кстати, национализм – это особенность, национализм развивается, является особенностью любой группы, любого племени, которая каким-то образом ограждена от всех остальных. Да? То есть эти люди, они
выросли в обстановке огражденности, так как были в каком-то смысле бедуинами, то есть они не жили в городах, это были бедуинские племена, которые были ограждены от всех остальных людей и племен. Соответственно, у них это чувство национализма было очень сильным. И ненависть к курайшитам. То есть мы, перед нами встает такой образ, который мы сегодня сейчас тоже можем наблюдать, кстати, в некоторых людях. Ну, у нас время истекло, я еще хотел рассказать о лидерах, первых лидерах этого движения, которые, тех лидеров, которые были во времена Али ибн Аби Талиба, алейхиссалам. Это вот того самого первого движения, которое послужило началом развития этого учения. Но мы не успели, иншаллах, на следующем уроке. Ассаламу алейкум.